позиционка. Атак Барса, ошибается Журавлев на чужой синий. И Рухум, а второй его выход в ноль. И вновь не удается Рухуме забросить. На этот раз не переигрывает он Гюляну. Но в этом случае Рухума находился под давлением. Все-таки Журавлев нагонял финского форварда. Оказывал саму помеху. В какой-то степени удалось Журавлеву не справиться. Ну вот тут наложил все-таки клюшку. Ну и Рухума сблизился, конечно, с Гюлявым. Понятно, что хотел сделать с неудобной руки между щитков.